Наташа Королева застукала Тарзана с пышнотелой моделью в ночном клубе. Певица Наташа Королева удивила поклонников на странице Инстаграм неожиданным фото. Сейчас Королева вместе с мужем Сергеем Бушко проводит время в Майами. На снимке супруг певицы позирует в компании 22-летней модели Анастасии Клитко из Калининграда, которую благодаря пышным формам уже успели окрестить русской Ким Кардашьян. Наталья в шутливой форме подписала провокационный кадр. Ага, так вот ты где. Попался. Хотя с такой красоткой, как Анастасия Клитко, я тебе все разрешаю, милый, написала артистка. Певица Наташа Королева заинтриговала поклонников на странице Инстаграм однозначным фото. На снимке певица позирует за столом в ресторане в кожаной черной куртке. Подписчики под фото вступили в жаркие споры. Кто-то подозревает, что певица забыла надеть юбку. Другие осудили Королеву за обнажение в публичном месте и посоветовали прикрыть ягодицы. Кроме голой попы больше нечем гордиться. Плохое влияние мужа, бульгарщина, ужас, совсем стыд потеряла. Без юбки? Юбку забыла. Как будто с голой попой сидит. А почему в куртке, но с голой попой? Наташа, ответьте, где ваша юбка? Не пойму, она без штанов или это юбка такая короткая? Прокомментировали подписчики в Инстаграм. Наташа Королева отправила сына жить к бабушке. Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Бушко, Архип, уже год находится в Майами. О своем сыне Архипе певица Наташа Королева предпочитает не распространяться. Лишь недавно стало известно, что 14-летний юноша уже год живет в США. Сын певицы Наташи и стриптизера Сергея уже год находится в Майами вместе с бабушкой. Юноша ходит в американскую школу, занимается волейболом, наслаждается жизнью вблизи океана. Артистка призналась, что отправила сына так далеко из благих побуждений. Архип получит хорошее образование и спокойно переживет переходный возраст. За образованием сына Наташа и Сергей сидят дистанционно. Учится хорошо на четверке. Осенью артиста присоединится к сыну. Вот осенью я поеду в Америку, в Нью-Йорк, в Италию. Это киношкола, у которой есть филиал в Лос-Анджелесе. Там я и хочу пройти обучение на оператора и монтажера. Мне интересен процесс съемки, именно видео. Я давно сама снимаю как любитель, и однажды поняла, что вижу картинку иначе и интереснее, чем другие. Даже некоторые профессионалы сообщили видео. Наташа Королева и Тарзан рассказали, как в сеть попал через видео. Звездная пара призналась, что оба до сих пор негодуют по поводу случившегося. В сеть попало видео, на котором Наташа Королева и Сергей Клитко занимаются любовью. Шум и пикантные ролики наделали немало. В очередной раз тему секс-скандала звездные пары затронули в своей программе Андрей Малахов. По словам Клитко, во время поездки в Санкт-Петербург у него украли телефон, на котором и хранились фото и видеоматериалы в стиле нью, предназначившиеся исключительно для личного пользователя. Боры для начала решили пошантажировать Тарзана, потребовав за компромат большие суммы денег. Мошенникам было отказано в резкой форме, и они решили отомстить. Когда интимная жизнь бурным потоком хлынула на просторы интернета, гневу Тарзана не было предела. Клитко говорит, что никогда не был так зол, готов был поубивать всех, взирая на наказание. Сама Королева относится к произошедшему более философски. После того, что произошло, нам уже ничего не страшно, но ее не стало. Конечно, понимаю, что публичным людям приковано усиленное внимание. Знали это, когда оба начинали карьеру, но все же не полагали, что есть черта, которую нельзя переступить. Оказалось, нужно. Да ничего, каждое испытание делает нас сильнее. Пусть это очень легко, но все же. Наташа Королева рассказала, почему ей пришлось отказаться от фруктов. Наташа Королева рассказала в интервью семье, что теперь весна обязательно пьет витамин. Наверное, 20, даже 30 лет без этого можно обойтись за ее длится. Но когда мой
возраст близится к 40 годам, я почувствовала, что организму нужна помощь, и начала искать врача, который подобрал бы мне комплекс витаминов, помогающий сохранять работоспособность. Не стоит ничего приписывать себе самому. Не сработает. Никто навредит. Не ошибетесь вы только с витамином D. Принимать остальные витамины нужно с толком, учитывая пол, возраст, вес. В общем, теперь я в конце зимы сдаю развернутый анализ крови и десятков позиций лечения гормона. На основе этих данных врач прописывает мне витамины минеральные комплексы. Я уверена, что витамины, фрукты и овощи сейчас не помогут. Они способны только ухудшить самочувствие. К сожалению, то, что сейчас есть в овощных пакетах, приносит мало пользы, говорит Наташа. Я и раньше не любила зимние помидоры и огурцы, пластмассовый вкус. А недавно купила тестер и убедилась, что в большинстве несезонных фруктов и овощей содержание нитратов и нитритов повышено. Так что всем на свое время. Помидоры лучше есть в июле-сентябре. Арбузы и дыни в сентябре-октябре. Немножко в октябре-декабре. Так было во времена нашего детства. Сейчас же многие ушли. Все эти полезные вещи можно делать в домашних условиях с помощью специальной сушки. Я все собираюсь ее купить, а пока пользуюсь тем, что есть у меня все. 42-летняя Наташа Королева помолодела из-за кардинальной силы и мягкой. Лица Наташи Королева сильно преобразилась. Благодаря непривычной и молодой прическе певица попросту не узнает. Артистка расправила волнистые волосы и сделала окрашивание по новой технологии шатурки. Мнению поклонникам с новой прической артистка расцвела. Наташа, тебе с такой покраской просто супер. Ничего себе, какая хорошенькая. Наташенька, супер окрашивание и сама прелестна. И с каждым горем только молодеешь и расцветаешь. Наконец-то ночь сменила. Супер окрашивание, помолодела сразу. Очень красивая Наташа, а не была такая прическа. Наташа Королева на день рождения мужа рассказала, за что его любит. Для певицы Наташи Королевой 8 марта – особенный день. В этот день артистка не только празднует Международный женский день, но и день рождения любимого мужа. Супруга Королевой, стриптизер Сергей Глеско, 8 марта исполнилось 46 лет. Артистка поздравила супруга на своей странице в Instagram, опубликовала его фотографию в моей майке. Ты – фантазия и мечта многих женщин. Ты – воплощение мужской силы и сексуальности. Когда же пришел в этот мир 8 марта, самый желанный женский подарок. Ты для меня ты – преданный друг, любящий отец, чуткий сын, мудрый советчик, честный, открытый, восхитительный. Подписал кадр Тарзан. Подписчики сравнили сексуального Тарзана с Волочковой и со статуэткой Оскар. Ха, точно Волочкова. Пародия на Волочкову. Я подумала, Волочкова. Статуэтка Оскара новый вариант. Оскар, напоминает. Это комментировали пользователи. Наташа Королева без макияжа отдохнула с Тарзана. Певица Наташа Королева порадовала поклонников на странице Instagram с именем снимком. Недавно Королева вместе с мужем Сергеем Глеско поведала маму в Майами. Супруги отдохнули на побережье Атлантического океана. На фото Королева позирует без макияжа в спортивном костюме в объятиях любимого Тарзана. Мне нравится, что Наташа часто появляется очень просто без глянца, как в обычной жизни. Это делает ее ближе и роднее. Какие же вы бесподобные, красивые пары. Рекомендую пользователям Инстаграма.